сільгосптоваровиробники Миколаївщини розпочинають сівбу ярих культур. На полях господарства «Золотий колос» ми стежили за останніми приготуваннями, а також дізналися подробиці про історію та сьогодення підприємства і поточні турботи. Основний профіль господарства – насінництво. Кроме этого, это просто растениеводство различных культур. Факультативно, будем говорить, мы выращиваем саженцы плодовых в Баштанке, оставили это направление, и бывший Явкинский плодопитомник уже 10 лет наш, для того, чтобы людям сохранить рабочие места, и люди-специалисты в своей отрасли, мы сохранили, занимаемся саженцами плодовых, саженцами роз, они только сохранили, сейчас даже развиваем это направление, декоративными начали заниматься. Ну и для себя, чтобы скучно не было, это производство круп, это производство комбикорма, это небольшая маслобоечка у нас, небольшой свинарник для собственных нужд, для того, чтобы столовые у нас работают, кормят людей абсолютно бесплатно, круглогодично, поэтому туда надо всегда чего-то из продуктов, и мясо, и людям, и пайки делаем периодически и так далее. Стараемся поддерживать социалку, кроме зарплаты. Ну, не все советское было плохо, некоторые традиции все-таки были и начинания хорошие. Я думаю, что хорошее мы можем сохранять. Ну, у нас на предприятии сохранен там лучше по профессии, с грамотами, там, с премиями, обжнывки, праздники, то есть всегда, ну, такие вот традиции хорошие. И с пайками, в том числе у нас эти ко всем праздникам мы даем, и в том числе и мясо стараемся какой-то кусочек дать ко всему. Ну, разнообразить, будем говорить, дополнить, потому что даже понятно, что даже если зарплаты там у разнорабочих там 3-3,5 тысячи, ну, у ИТР повыше, то с такой зарплатой в черте, в селе еще это нормальная зарплата, в черте города, я считаю, что, ну, когда, конечно, вся семья работает, все добывают это, но я считаю, что это маловато, на эти деньги очень сложно сегодня жить. Крім традиційних – пшениці та ячменю, котрі теж представлені різними сортами, вирощують багато технічних культур, в тому числі доволі екзотичних і дуже прибуткових. Мы каждый год закладываем там порядка 250 до 300 делянок там разных сортов и гибридов, из них около больше сотни только там пшениц собрано отечественной селекции. Мне было интересно, как за счет одного только чинника, да, при всех одинаковых факторах, агротехника, сроки, там, подготовка почвы, удобрения и так далее, за счет одного фактора, который называется сорт, достичь лучшей урожайности, да, как сорт реагирует, как сортом можно регулировать. За счет сорта можно регулировать очень многие вещи, начиная от урожайности, заканчивая там сроками, уборками, уходить от потерь. То есть сегодня, составляя свои севообороты, люди очень часто, вот этот сорт дает много, все кинулись, его много сеять. А составляя севооборот, надо еще грамотно продумать. Он бывает раннеспелый, средний, позднеспелый. И когда идет в уборку горячка, ага, сыпется, куда мы комбайн, не хватает комбайнов, оно сыпется. У меня такой проблемы нет, потому что у меня все дозревает по очереди. И я иду по уборке плавно, и это запланировано, что у каждого сорта есть разница в периоде вегетации. И каждый у меня четко подходит. Я один убрал, а следующий подошел, подошел и подошел, и я их не теряю. Если и с этим подходом еще научным подходить. И поэтому семеноводство уже так сложилось исторически. Мы сначала брали суперэлиты, теперь я беру питомники, беру, работаю уже несколько лет напрямую с лабораториями селекции, селекционерами, то есть беру вот эти 2, 3, 5, 50 килограмм, сколько получается, каких-то новых сортов, мы их испытываем у себя, смотрим, размножаем еще даже до того, как они вошли в реестр сортов. Я скажу вам, это очень интересно, сорта чистые попадаются, это, ну, сама по себе работа захватывает, понимаете, этого плана. Поэтому, наверное, так, с товарным растениеводством, ну, нет вот такого вот интереса, нету процесса, будем говорить, такого, да, вот, длительного, интересного, захватывающего. Если отклониться от Ее Величества пшеницы или короля полей наших, наверное, подсолнечника, о них много говорят. Сегодня есть интересные
темы для выращивания, причем экономически эффективные, это альтернативные масличные, как сейчас уже широко поширенные, такие как горчица, ленницы, да, кориандр уже много, так и расторопша, кунжут, рыжий, то есть есть много новых масличных культур, экономика которых рентабельность около 100%, а подекуда и выше, да, там как кунжута и так далее. Только их надо изучить, с ними надо научиться флор, с ними надо научиться работать. И это те масличные культуры, которые не виснажують почву, а наоборот. При цьому є різновиди начебто давно відомих культур, які незрівнянно більш затребовані ринком. Вот есть проса обычная, белая, желтая, там красная, да, есть проса канареечная или чумиза. Экономика кардинальная. По агротехнике они одинаковые. То есть по затратам, по обработке почвы, по гербицидам, по защите, по минералке агротехника абсолютно одинаковая. То есть затратная часть абсолютно одинаковая. Но если обычная проса там, то вообще ничего не стоит. Но сейчас она хоть там 4-4,5 тысячи стоит, да, только канареечник стоит 10. При той же урожайности и тех же затратах чумиза вообще стоит сегодня 20-25. Вот, ну то есть люди очень часто не задумываются о том, как можно заменить, как можно экономически выиграть, при этом не ухудшая качество. Ну, такого, чтобы в Украине прямо не было, наверное, ничего я такого не выращиваю, прямо экзотичного. От того, что действительно мало, это чумиза, это вот кунжут мы закладываем, ну, из экзотичных зерновых, из нового у меня есть голозерный ячмень уже, то есть убираем, из-под комбайна выходит готовая перловка. Мы вот второй год размножаем новые сорты с патриотичным названием «Казацкий» нашей украинской селекции, что особенно гордо. Вот, что интересно, ну, софлора мало выращивают, ну, все новое, хорошо забытое, старое, да. Расторопша, плямистая лікарська рослина, тоже не скажу, что, ну, в принципе, уже она есть, да. Ну, травы выращиваем. Сейчас травы все новое, хорошо забытое, старое получается. Травы мало выращивают. На жаль, из-за того, что ушло животное, уходит потихоньку от нас животноводство, уменьшилось, вы все знаете из тех источников. К сожалению, кормопроизводство, и за счет которого и родючесть грунту была, и вильный азот свободно усвояемый растениями. Минулого тижня на полях підживлювали озимину та вносили добрива під сівбу ярових. Землі Золотого Колосу, враховуючи дочірні підприємства, розташовані в Жовтневому і Баштанському районах Миколаївщини та в Генічеському на Херсонщині. Загалом близько 9 тисяч гектарів. Були донедавна ділянки і у Волноваському районі Донецької області та в Криму. Есть там люди и сегодня, я общаюсь с ними, которые говорят, коли ж ви нас, есть там западенці, які там живуть, там тримають фермерські господарства, кажуть, коли ж ви нас назад заберете? А есть, конечно, ну, для меня неправильно настроені люди, і даже не хочеться так работать, когда для меня была такая болючая фраза человека вроде бы образованного, руководителя хозяйства, соседа, когда он говорил: когда вы нам дадите воду, мы вас и так ненавидим, так хоть меньше ненавидеть будем. Для меня эта фраза прозвучала. Я понимаю, что она какая-то одиночная, что не все так думают. Но когда для меня человек, который сразу после референдума, какое-то еще время до референдума, он не был настроен, он был проукраинский настроен, он регулярно звонит, жалуется на цены, он регулярно звонит, жалуется на то, что та же самая фирма «Август» на территории Украины в 10 раз дешевле продают сельхозхимию, российская фирма «Август», чем на территории Крыма она там дороже и так далее и тому подобное. Но они этот год пережили, потому что были дожди. А дальше непонятно, как оно и что будет, да. Тем не менее, они жалуются. Да, ряд вопросов они порешали, им раздали комбайны, им раздали доны последние без денег, еще что-то, но ну, есть вопросы, которые их не устраивают, они с одной стороны жалуются, но когда звучит такая фраза «мы вас и так ненавидим, а так меньше ненавидеть», она меня, если честно, ну, не сказать испугала сама ситуация того, что кто-то так там мыслит, понимаете, вот, ну вот это страшно.
Аграрії, як і більшість наших співгромадян, перебувають в перманентному очікуванні позитивних змін, зокрема у ставленні до них з боку держави. На жаль, серед нововведень цього року лише одне – зниження ставки єдиного соціального внеску можна вважати позитивним, адже це дозволяє дещо підвищити розмір реальної зарплати працівникам. Але вистачає і нових проблем. З нового року наш спецрежим помінявся. Если раньше наш НДС оставался в середине предприятия, по-нашему личное предприятие это почти 800 тысяч в год, он оставался для нашего дальнейшего развития, то на сегодняшний день из этой суммы будет оставаться только 15%, все остальное будет уходить в бюджет. Каждый, я думаю, человек как бы на себе понимает, что если уменьшается его доходная часть, тем более, что если связано это с землей, то как бы это будет нести свои убытки на сегодняшний момент. Но я думаю, так как мы с годами умеем с этими проблемами справляться, я надеюсь, нас когда-то кто-то услышит и что-то в этой стране поменяется в итоге. На сегодняшний момент распределение как бы на этого НДСа не поделили на три группы. На данный момент это самое прибыльное на сегодняшний момент остается животноводство. По крайней мере, там процентаж остачи внутри предприятия намного выше, чем тем, чем занимаемся в основном, производство технических культур. Після прийняття Податкового кодексу України ще наприкінці 2011-го щороку в документ вносяться зміни. После кодекса, как бы, это можно сказать, грань была, изменение того бухгалтерского учета, который был до и который стал после. Понятно, что они пытаются его как-то модернизировать, прийти как-то больше изменений, но с каждым годом они что-то меняют, что-то убирают в лучшую сторону, что-то добавляют в худшую сторону. Вот. Но как-то хочется верить в то, что будет лучше, единственное, что могу сказать. Плюс, например, часто меняются, вот мы столкнулись сейчас, вот у нас пайщики есть, часто меняются коэффициенты, они меняются каждый год. И, например, даже уровень насчета там паевых сумм, которые выходят за пределы, как бы, которые влияют на себестоимость самой же тоже продукции, всегда увеличиваются. По сравнению, прошлый год это был 590 тысяч, 15 это уже было почти 900 тысяч. В этом году еще будет больше, потому что за счет коэффициента принято государством индексация земли. Враховуючи те, що Миколаївщина знаходиться в зоні ризикованого землеробства, спрогнозувати результат завжди складно. Але щорічний досвід доводить ефективність організації праці в господарстві як результату продуманої сівозміни. Головна технічна культура у нас соняшник. Соняшник сьогодні займає в нашій структурі 30% в сівозміні. Звичайно, що чередування культур у тій класичній схемі сівозміни трошки він порушений, але ми висловитися можна так, що це з короткою сівозміною, з короткої ротації в сівозміні соняшника. Тобто 4 роки на 5-й рік у нас іде соняшник. От так примерно. Замість того, що як раніше і дійсно воно обґрунтовано теж було для нашої зони, 8-10 років. Ну, таке життя так складається, бізнес і ринкова система диктує свої правила, то ми якось приєднаємося. Але ми не розміщаємо менше, як через 4 роки. 4 на 5 рік. Ну, далі теж проблеми. Ну, дехто щороку може на одному. Да, є такі питання, що монокультуру соняшник, по соняшнику висуваєте 2, 3, 4 роки. Ну, це я хочу сказати, що це від бідності, це не від бажання. Завдяки науковому підходу, навіть в доволі посушливих умовах, господарство отримує дуже непогані врожаї зернових. Ну, якщо середня, то десь зернові озимі пшениці, десь в районі 50-55 центнерів. Є на таких ділянках, де зроблено все, що можна зробити, тобто чорний пар, видижений, чистий, отримали і по 80 центнерів. Із нашого досвіду і то, що є, і не тільки у нас, і у наших сусідів, і в зоні степовій. Ми враховуємо, що це непогані озимі пшениці, куяльник, непогані конка, непогані фаворитка без ості, подолянка. А якби відродити зрошення, мрія всіх наших аграріїв, справи пішли б ще краще. І
і вже нова технологія сьогодні, і системи зрошення другі, перейти на крапельне зрошення з малими нормами поливними і так далі. У нас це в плані є. Ми плануємо десь через рік-два. Необходимость есть, конечно же, на юге Украины, в орошении, она бесспорна, это необходимость. Здесь будущее не только за зерновыми культурами, мы бы здесь могли активно развивать плодоовощеводство на юге Украины. Температурный режим нам позволяет, но не позволяет. Влагорежим, да, очень хотелось бы, несколько лет назад была державная программа по развитию зрошення, она подразумевала, что зрошення будет восстанавливаться система орошения за государственный счет, передаваться на балансе сельрадам, которые будут, в свою очередь, сдавать ее в аренду. Таким образом, и местные бюджеты будут получать доход, и аграрии будут с системой орошения. Потому что сегодня с той системой кредитования, которая есть, под 20 с копейками процентов на короткие сроки, невозможно просто это осилить, это себя загнать в какую-то неподйомну долговую яму. Водночас, як нам повідомило керівник господарства, в Україну вже увійшли понад 400 мільйонів євро від західних партнерів на розвиток АПК, в тому числі на відродження зрошуваного землеробства, що вкрай актуально для південних областей. Начебто, гроші мають виділятися вітчизняним аграріям на пільгових, геть незвичних для нас умовах. Это кредитование будет аграриев сроком до 12 лет с 4-летним пильговым периодом. И там процентная ставка, со слов нашего министра финансов, это есть на рядовом портале, 1,34%. Вот вы себе представьте, что если аграрию мне, например, сегодня дать деньги под орошение, на 12 лет с 4-летним пильговым, да еще и под один с хвостиком процентов, так можно развиваться. Но, к сожалению, деньги дадены, нет еще ни программы, ни условий конкурса, ни под что, никак, ничего. Я сама этого сейчас не знаю. Те, кто приезжали, у нас советник премьер-министра, тоже ничего не знал, чтобы объяснить, как это все происходит. Единственное, что он знал, что распорядные кошки в Минфин и УКРЭКСИМ, и вот на этом как бы свадьба заканчивается. Но УКРЭКСИМ тоже ничего не знает, как, что и каким образом, кто будет проводить конкурс, условия конкурса, под что, как и чего. То есть я так понимаю, что пройдет еще не один год, пока выработаются вот эти программы. По мере силы и возможности, конечно, буду участвовать, хочу участвовать в том, чтобы они были как можно менее коррумпированы, для того, чтобы как можно большее количество средств дошло до среднего агрария, для мелкого агрария, для того, чтобы они эффективно использовались в развитии нашей системы АПК. А вместе с системой АПК расцветет и село. Поверьте мне, те, кто кушает сегодня, они и так помогают по мере силы и возможности в селах социальную сферу держать. Если у них будет больше возможностей, думаю, это пропорционально потянет за собой и більший соціальний розвиток села. Тік господарства приймає понад 2 тисячі тонн збіжжя. Взимку його обслуговують близько 30 фахівців. Зараз йде підготовка сім'янки, обробка, протравка, посадки, як вже люди забирають, обсіють. І так як ми продаємо семена, безплатно хранимо їх до весни, то зараз йде активна протравка і роздача сім'ян людям. Приезжают, забирают. Пшеница, ячмень, подсолнух, горох, разные. Но еще культуры, еще по сортам. Еще есть такое, как ячмени шестирядные, двурядные, чтобы сорта между собой не смешивались. То есть это очень много. Тут працюють машини Пектус німецького виробництва для очищення та калібрування зерна. І постійно триває оновлення току, будують нові об'єкти. Сейчас делаем модернизацию, реконструкцию зава, увеличиваем мощности, чтобы более мощно делать. Улучшаем условия для людей, для всего. В планах сейчас добавить и банки поставить на 10 тысяч тонн, чтобы можно было хранить зерно,
Вот, ангар планируем поставить для техники, еще один сделать, чтобы хранить зимой технику, навес сделать. Має золотий колос і невеличку тваринницьку складову. Свиноферма призначається для задоволення внутрішніх потреб господарства. Свинопоголов'я у нас 130 голов, з них 17 свиноматок, 70 поголов'я кормочного і малиші у нас там. Б'ємо більше, як вам сказати, для того, щоб побільше у нас було поросят, ну, розведення поросят, і щоб у нас наші робочі люди завжди були з м'ясом. Для столової і так для потреб таких, що, наприклад, кожен чоловік може взяти у нас що зарплати, і так ми і пайки робимо для людей почти кожен місяць. Ну, стараємося, щоб люди були не голодні. А пташиний вольєр безпосередньо на території господарства скоріше для естетичного задоволення працівників та гостей. Тримають пташок різних – від голубів до павича. У своїй виробничій діяльності підприємство тісно співпрацює з численними науково-дослідними закладами. На полку селекції не встаємо, тому що це наступний рівень розвитку, або займатися добре, або поки не займатися ніяк. На пню или на коленке заниматься селекцией не хочется, потому что есть сегодня именитые маститы с определенной базой досвидом, с теми же фитотронами, ну, с определенным оборудованием. Да, но все в основном еще после Савдепи осталось. Сотрудничаем с институтами, очень много сотрудничаем с Одесским селекционно-генетическим. В Одессе также есть фермерское хозяйство Бор Артюшенко, селекционер, есть институт при Причерноморье Південного региона, тоже селекцией энных культур занимается, с Херсоном, с укорневозом, в быту его называют институт зрошувального землеробства, к ним статус вернулся зрошувального Південного региона, очень широко с ними по науке внедряем, сотрудничаем. Сотрудничаем с институтом Юрьева, Харьков, сотрудничаем с Днепропетровским институтом зернового господарства, сотрудничаем с Мироновским институтом пшеницы имени Ремесла, сотрудничаем с Чебанами, с институтом там, той зернового південного регіону, той інститут зернового господарства Чабани. Тобто географія доволі таки широка. Я скажу, що навіть з Івано-Франковським інститутом АПВ, з Полтавської державної аграрної академії. Ну, Івано-Франковський інститут АПВ, це Рапси, це Расторопша, вони займаються. Звісно ж, сотрудничаємо з інститутом масличних культур Запорожжя. Географія партнерів «Золотого колосу» дуже широка. Нашу продукцію покупають по всей территории Украины, не только Украины, мы экспортируем. Экспортируем в основном, конечно, это Молдова, это Грузия, румыны берут у нас такой там кориандр, люцерн, вот такие семена забирают. Вот, ну, в основном вот такие страны экспорта. И если по географии Украины, то это от, я раньше от Крыма, теперь, наверное, стоит сказать, от Херсона, да, от самых южных точек, до западной Украины, то есть даже там Мукачево, Берегово, Волынь, Рівненщина, мы отправляем свои семена. И даже к чести вам скажу, что сегодня мы даже вплоть до оккупированной территории, то есть мы и в Амвросиевку возили семена льна, и с Волновахой работаем, то есть из Донецкой, с Луганской областью мы как работали, так и работаем. И большая честь и хвала, хотелось бы сказать, аграриям этих областей, которые не уверены не только как аграрии остальные в погоде, они еще не уверены, что завтра воронка не разворотит, и сколько я с ними общалась, процесс их уборки последних лет, он неописуем просто. Это люди разминировали поля и убирали, это несколько там машин с огнетушителями, потому что если сигналка разлетается, она летит везде, сухая пшеница, ячмень. Это люди со всей ответственностью собирались, вот это все тушили очаги,
ни комбайн, и, ну, это на уровне камикадзе, понимаете, это уборка урожая, и тем не менее, они все равно сеют, они посеяли зимы, они сейчас сеют яровые. Не скажу, что везде, там в Маринке брошено, что есть, конечно, поля, там, где даже разминировать, ну, то есть очень сильно страшно. Ну, в общем и целом, честь и хвала таким ребятам, аграриям, которые вот сегодня, попри все, все равно сеют, убирают, сохраняют рабочие места, зарплаты, еще помогают очень активно украинской армии. А у планах «Золотого колосу» чимало нових проєктів, про реалізацію яких ми із задоволенням розповімо в наступних передачах.